За их плечами не один спортивный триумф. Эти ребята уже доказали, умеют бороться и побеждать. Многие из них добились высоких результатов на региональных соревнованиях. Теперь они представят область на всероссийском уровне. Наша команда 44 человека. Это те, кто будет отстаивать честь региона в Курске на сельских спортивных играх. На прошлых играх в Саратове у нас были результаты неплохие. Команда легкоатлетов становилась чемпионами сельских игр. Были ребята и по гиревому спорту, и бронзовые призеры. Команда лаптистов, девочек, занимала второе место. Мы хотели повторить и даже приумножить эти результаты. Прошлогодние соревнования в Саратове доказали. Оренбургские спортсмены – серьезные соперники. Из 67 регионов наша область заняла 19 место в комплексном зачете. В этот раз настрой у команды не менее решительный, ведь победы ждет вся область. Еще раз. Успехов вам, побед, чтобы вы достойно выглядели и достойно представили наш Оренбург. Поздравляю, ждем результатов. Спортсмены уверены в своих силах. Позади сотни часов изнурительных тренировок. Самое главное, признаются участники, настрой перед стартом. Только на победу рассчитывают оренбургские легкоатлеты. В прошлом году они стали чемпионами сельских игр. Попасть в тройку, но желательно выиграть, чтобы подтвердить прошлый уровень соревнований. У нас были неплохие старты в этом сезоне. Хорошо показали себя на Колосе. Легкая атлетика, гиревой спорт, самбо, мини-лапта, настольный теннис, перетягивание каната. Всего 12 дисциплин. Впереди 5 дней спортивных баталий. Оренбургские спортсмены готовы к борьбе и обещают вернуться с медалями. Только победа, только первое место. Едем за чемпионством. Оксана Боричева, Игорь Бероев. Новости дня.